Вот такие машины сейчас патрулируют городской округ, наводя чистоту и порядок. Сотрудники Химдора избавляют Химки от скопившейся за зиму грязи и пыли. Дороги и остановочные павильоны промывают шампунем. Сначала с помощью распылителя, затем вручную убирают то, что осталось. На сегодняшний день в городском округе отмыто уже порядка 17 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Напомним, в апреле в городском округе проходит месячник по благоустройству. Его цель – привести территории в порядок после зимы.